Приветствую, Вундуник. Я Партур Накс. Кто ты? Что привело тебя на мою Струнма, мою гору? Да, Вазен, это правда, Довокин. Прости меня. Давно я не вел тинвок с незнакомцами. Я поддался искушению растянуть наш разговор. Дрем, терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. Сперва говорит старейший. Слушай мой дум, ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довокин. Тебе удалось найти меня. Чего ты хочешь от меня? Я ждал тебя, Брода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвак со старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Очень боятся за меня, Балан, Фадон. Но я не знаю Тум, который ты ищешь. Кросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против дов, драконов. Наш Хадриме, наш ум не может даже постичь этой концепции. Дрем, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот ум? Да. Алдуин, Зейма, старший брат, одаренный, жадный и взбалмошный, как это часто бывает с первородными. Но зачем? Почему тебе нужно останавливать Алдуина? Бруза. Это тоже причина. Многие с тобой согласны, хотя и не все. Некоторые скажут, что старое должно закончиться, чтобы пришло новое. Возможно, этот мир только яйцо следующей кальпы? Лейн Вокин, ты не дашь родиться новому миру? Честный ответ.
Рофус, возможно, ты только противовес силам, которые хотят приблизить конец мира. Даже мы, оседлавшие потоки времени, не можем заглянуть за конец времен. Вот сетит лос тарадис. Те, кто пытается приблизить конец, могут его отсрочить. Те, кто хочет отсрочить конец, могут его приблизить. Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие, Кросис. Теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете глоткой мира? Это самая священная гора в Скайриме. Зокревак Струнма. Великая гора мира. Здесь древние языки. Первые смертные мастера голоса вызвали Алдуина на бой и одолели его. И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик «Драконобой», чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслан. Это был Кел, древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Удов есть слова для таких вещей, которых нет в языке Йоры. Это реликвия, существующая вне времени. Она не существует, но всегда существовала. Рауалан. Это... части сотворения. Келли, древние свитки, как вы их называете, часто использовались для предсказаний. Да, источником твоего пророчества также послужил древний свиток. Но это лишь малая часть их силы. Зофа Сулейк. Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек, исчез навсегда. Нее. Но я знал, Титбу Аматив. Время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Тит Крент. Время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву. С древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать драконобой у тех, кто его создал. Thank you.
Титкре Квалос. Время дрожит от его прикосновения. Это несомненно. Тебя ведет судьба. Коган Акатош. Сами кости земли в твоем распоряжении. Тогда иди, исполни свое предназначение. Отнеси свиток к временному разрыву. Не мешкай, Алдуин идет. Он не пропустит этих знаков.